Друзья, всем привет! Вы на канале Инвестиционные проекты. Сегодня 5 апреля, и в этом видео очередной обзор проекта на монете Tron. Кстати, за сегодня курс Tron вырос на 1%. Неволатильная криптовалюта, очень удобная для использования. Маленькие комиссии, быстро проходят транзакции, переводить можно до $1 совершенно спокойно. Поэтому в сегодняшнем видео отправляю маленькую сумму в размере менее $1 на майнинг под 5% в день. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно перейти по ссылке, которую я оставляю внизу в описании к этому видео. Далее ввести почту, свой Telegram, юзер. Далее пароль два раза и пароль для вывода, то есть секретный пароль из 7 цифр. Далее зарегистрироваться и потом войти в свой личный кабинет. Таким образом он выглядит. Минимальная сумма инвестиций 5 TRX. Ежедневно получаете 5% и можете выводить. Если сумма более 30 тысяч TRX, то получаете 5,5%. Если очень-очень большая сумма, то получаете 12% от 500 тысяч TRX. Также действует реферальная программа. Если вы являетесь блогером, можете сотрудничать с проектом. У вас есть такая возможность. Находимся мы в личном кабинете, таким образом он выглядит. Перевод на русский некорректный, поэтому я воспользуюсь английским языком. Пополнение баланса, вывод, партнерская программа, служба поддержки, команда, кошелек. После регистрации получаете 8000 бонусных TRX, с которыми ничего сделать не можете, только наблюдать. Далее мы видим пулы, значит, можно зайти в пул. Минимальная сумма инвестиций 1 TRX. Процент 2 работает. Этот пул один день после того, как он будет заполнен. Далее есть пулы на 90 дней, 120, 150, 180. Я рекомендую заходить на максимально короткий период. По статистике профит 55 миллионов 20 тысяч долларов или TRX, не написано. Партнеров в проекте 5 миллионов 41 495. Это китайский проект, поэтому такие большие цифры. Перейдем к пополнению баланса. Есть два баланса, это Basic и Promotion. Если пополняете Basic аккаунт, то каждый день после 24 часов вы получаете прибыль. Если пополняете Promotion аккаунт, то можете инвестировать на периоды, то есть на определенный срок. Если пополняете Transfer Basic, то деньги уходят на майнинг. Пополняем Basic аккаунт, копируем адрес, на этот адрес переводим 10 TRX. Перевожу 10 TRX и оставляю скриншот транзакции на экране. Комиссии за перевод 10 TRX нет. Обновляем страницу, ждем, когда деньги поступят мне на счет TRX. Мой аккаунт был пополнен. Мы видим 8010 TRX. Я пополнила на 10 TRX. И теперь добавляю адрес TRX. Для того, чтобы выводить деньги. Видим, я сохранила адрес в моем аккаунте. Ежедневно я могу выводить 0,5 TRX. Для того, чтобы вывести деньги, вам нужно верифицировать вывод, поэтому при регистрации вы указываете свой Telegram. При выводе мы видим, что нам нужно копировать код и перейти в Telegram. Переходим в Telegram и вставляем этот код. Нам написали hold on, это значит, нам нужно подождать. Так, написали, что для меня открыта услуга приоритетного вывода, и мне нужно повторить мой вывод еще раз. Страница обновилась. Мой вывод, как я поняла, уже пришел. Да, пришел. Немного долгий процесс вывода. Заявка пришла. Скриншот оставляю на экране. Найдем историю транзакций.
Видим мой вывод. Инвестировать в проекты подобного вида, я считаю, стоит до 5, максимум 10 долларов. У меня на блоге около 5-6 проектов, и я ежедневно вывожу с них прибыль, и приходит мне очень быстро на кошелек TRX. Так что можно инвестировать в несколько проектов и ежедневно выводить небольшую прибыль. Мое видео подходит к концу, надеюсь, оно было полезным и вам понравилось. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я желаю всем нам только профита, только удачных и долгосрочных инвестиций и проектов. И всем большое спасибо за просмотр.